Доброго времени суток, уважаемые зрители. Всего хорошего вам, дорогие мои подписчики. Рад вас всех видеть, что вы с нами. Реплей, очередной реплей, поэтому буду много говорить. Горло прочистил, смочил и начинаю. Итак, клан-клан, подводник, как вы видите, со всеми регалиями, Red October идет в бой. Как мне сказали, бой захватывающий, просто захватывающий бой, с огромным набитым опытом, с огромным набитым уроном. Давайте посмотрим. Итак, У-45-01, подлодка непростая, лично у меня на ней плохо получается ходить, но вот у таких ребят с таким скиллом вроде получается хорошо. Давайте посмотрим. Потратили, я так понимаю, много времени, сил, провели десятки, если не сотни боев, чтобы добиться таких результатов. Давайте смотреть, следить за боем. Пока лодка идет в подводном положении на 30 метрах. Это делается для того, чтобы развить максимальную скорость, как я понимаю. Так, идут указания в чате боя, люди обмениваются информацией. Вот так вот, Эдгар. Нежданчик. В кучу, кони, люди, подводная лодка, эсминец, крейсер и жанбар. Красиво торпеды смотрится. Прямо по прям просто обалденно. Коротенькая такая, торпеды толстенькая. О, жанбар. На двадцаточку почти угрелся. Барчик неприятная вещь, конечно, тем более так близко. Да, это тоже будет урон, при том 100%. Некуда ему деваться. Пойдут все торпеды, да. Ой-о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 й. Да, еще больше получился урон, чем в первый раз. Печальная картина для жанбара, но он оказался не в том месте и не в то время, прям, скажем так.
добили. Вот это удачно. Эх, Сент-Винсент, пораньше бы тебе пошевелиться. Ну, тоже нормально. Хотя, что пораньше, у него ПМК сработало, и вариантов вообще не было никаких. Забрал подводную лодку. Подводную лодку. Опа. Итак. Смотрим. Ой-о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 й. Просто прекрасен. Сижу пальцами по клавиатуре, тыкаю на управление подводной лодкой. Наверное, не завернут. Нет, скорее всего, не завернут. Да, остров режется. Пока 60 тысяч урона. Минус 3 лодки у нас и минус 2 у противника. Эдгарчик, успеешь ты уйти за остров, а не успеешь? Наверное, успеешь. Зараза эдакая. Не успел. Ха-ха-ха. Не успел. 4 торпедки взял. Интересно, что сейчас будет. 3 торпеды. 5. И чё? Всё-таки не труп? Как всё сложно у вас подводников. Тут столько счастья идёт. Зао. С 30 тысячами. Брали. Интересный ход. Вот это прям вообще интересный ход. Вообще шикарно. Вот это да. Вот это прям вообще. Вот это прям просто. Просто шикарно.
Очень большая подводная скорость у этой лодки. 35 и продолжает расти. Шесть остановилась. Батарея разряжена. Да, авик задрочил нашего кюрфа. Друзья, я всегда говорю нашего, потому это не то, что там я играю или что-то еще. Я говорю нашего, потому что, ну, во-первых, это наш соклановец, а во-вторых, я комментирую его игру, и в-третьих, ну, сопереживаю вместе с ним. Кюрф накрылся. Жаль, жаль. Почти 140 тысяч урона. Скорее всего, авик идет искать нашу лодку, чтобы где-то сорвать захват. Видимо, это у него получится. Нет. Не получилось, ушел в другую сторону, на более жирную цель. А более жирная цель ему дала по голове. Хотя еще не факт, да. Не ему, а он дал по голове Анаполису. Командир, нас обнаружили. Тень такая, смотрите, то ли по песку, то ли что там на дне лодки движется. Кирдык стали. Четыре в четыре. Авики целые и там, но у противника эсминец, у нас подводная лодка. Миннесота против Ямато, интересно. Наверное, Ямато долго не проживет, я подозреваю. Миннесота долго не проживет. Хотя, может быть, это была оговорка, может быть, это будет и Ямато. Да, все-таки это была не оговорка. Скончался наш линкор. Ну а Red October пытается добрать Ямато. Эй, да. Добрала, правда, Мальта, но результат хороший.
150 урона. 150 урона, одна лодка потоплена, Мальта и Миннесота. У нас противника и Могили, Вермонт и Мальта. Наблюдаем, что я могу сказать. Ух ты, Мальта какую-то активность решила проявить. Мальта противника имеется в виду. 52 секунды, блин. Вот же дилемма, брать точку, не брать точку. К сожалению, не вижу, что у нас там по Миннесоте. Имеется в виду, сколько у нее хп. О, Мальта! Вот это номер, чтобы это все у нее было хорошо. Как ты неудачно разворачиваешься. Да, уйди за остров, у тебя бы прям другие расклады были. сбросил, красавчик, сбросил. Командир, нас линкора прибили, что ожидаемо. Неполадки устранены. Остался авик и подводная лодка Red October. Неужели уйдет из-под этого сброса? Нет, не уйдет. Нет, уйдет, не уйдет. Нет, все, пошли, пошли торпедки работать. Ой, как хорошо. Блин, ты две штуки мимо. Ну, хотя, да, наверное, бы не добрал. Не добрал бы. Дело дрянь. Командир, нас обнаружили. Интересно, доберет он Мальту? Да, попал. Ё-моё. Так я не понял, он в кого попал-то. Надо будет перекрутить. Уж очень интересно. Вот он переключился на управление авиком. Эх, Мальта, бляха, муха, не туда ты заехала. Тебя сейчас светить будет этот сраный, блядь, сдохнувший авианосец противника. А, ну тут по времени не получается. А урон прям впечатляющий. 1900, блядь, простите, господи. 199 984.
Да, поражение, но бой достоин всякого уважения. Прям не просто хороший, а шикарный бой. Давайте посмотрим результат, сколько там. Ну, здесь вы урон видите, сколько получилось в кредитах, ну и все остальное видите. Ну а здесь вообще красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Проигравшая подводная лодка Red October набрала больше, чем победившая команда. Это нонсенс. Это нонсенс. Смотрите, как интересно, сколько бы было, если бы победили. 1400-1500, что ли? Ну, тоже нереально. Да. Одна лодка. И урону почти 200 тысяч. Ну, что я могу сказать, ребят, шикарный бой. Я думаю, лайк обязательно этому видео. Комментарий. Прям вот хороший комментарий. Уж там злобливо, не злобливо, об этом не говорить не буду. Комментарий должен быть от души. Вот скажем так, комментарий реально должен быть от души. Ну и всем, кто смотрел, доброго времени суток. Спасибо, ребят. Всего хорошего.